ель голубая, сеянец ели голубой, тоже пятилетка. Возраст такой, ну она поменьше той, которую я делал обзор раньше. Та где-то идет 35-50 сантиметров, а это идет сантиметров до 30. Ну, соответственно, цена там совершенно другая, конечно же. Цена, как у четырехлетки. Ель колючая, ель голубая. Ну вот, 20 сантиметров. Ну, где-то 20-25 сантиметров вот у нее есть. Ель хорошая, в районе 3000 у нас ее. Почка у нее хорошая, можете видеть. В следующем году она даст и прирост хороший, и все будет отлично, я думаю. Также эту позицию можно заказать на нашем сайте. Вы можете сделать предварительный заказ до 15 сентября. Ну и после 15-го, ну цена на нее, я думаю, меняться не будет, хотя все в будущем посмотрим, как бы. С 15 сентября все будет видно. На данный момент вы опять можете сделать заказ. Ссылка будет в описании, ссылка на сайт, где вы переходите и делаете заказ на ель голубую. Она будет идти пятилетка, ну там... Просто по цене она другая чуть-чуть, и по сантиметрам она 20-25 сантиметров. Ну, довольно-таки хороший саженец, самый такой эконом-вариант для кого. Ну, просто некоторым много, 10 штук, конечно, я все понимаю, но возьмите тогда побольше, там, пятилетка, пока она есть. Скоро ее, я скорее всего, не будет, я так чувствую. А это еще будет до весны, я думаю. Но опять же, тут не угадаешь, потому что некоторые оптовики забирают все. И сейчас я сниму ролик, и потом уже он может даже не понадобиться после того, как выйдет. Я размещу там в карточке товара этот видеоролик. Можете будете посмотреть. Это ель колючая, голубая. Пожалуйста, присмотритесь, кто на доращивание, вообще очень прекрасный вариант. И естественно, в следующей осени она будет хорошая и красивая.